12 ноября в Березняках под лед ушли два человека. К счастью, выходцев на льдины удалось спасти. В МЧС сообщают, несмотря на то, что установилась минусовая температура, лед еще не крепкий, и выходить, и уж тем более выезжать на него нельзя. Поэтому в Соликамске введен официальный запрет. Согласно ему, выходить на замерзающие водоемы запрещено до 25 декабря. Добавим, в ближайшее время начнется подготовка ледовой переправы через реку Кама, соединяющей населенные пункты.